Показывать «Левиафан» в Териберку мы едем вместе с капитаном Валерием Яранцевым, который там столкнулся со своим собственным «Левиафаном». Народ будет, потому как интернет, я говорила, великая вещь. ВКонтакте. Последний раз здесь показывали кино 20 лет назад. Поэтому 25 января смотреть непростой фильм Звягинцева люди шли как на праздник целыми семьями. Дети, которые присутствуют здесь, мы не можем допустить вас до показа этого фильма. Перед просмотром мы предупредили зрителей, что после состоится дискуссия о фильме. Затем в течение 140 минут жители Териберки пытались угадать отражение своих жизней в героях и пейзажах, удивлялись тому, что там на экране говорят совсем как тут у нас. На самом деле у нас это происходит все в реальной жизни. Этот фильм не о Териберке, а о нашей действительно жизни. Заколоченные дома, заброшенные помещения, сады закрываются, больницы закрываются. Да, рабочих мест нет. У нас по всей России вот такое творится. Вот самое главное, что здесь снимался фильм. И это не декорация.